Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости канала, с вами Михаил Сманцарев. Вот сейчас делаю вот такие большие морские шахматы, поэтому некоторые операции буду вам показывать. Сейчас покажу, как вырезать вот такой вот круг. Угла-то диаметром 42 сантиметра. То есть я от этой вот струны, термоструны, до центра делаю расстояние 21 сантиметр. Затем здесь отверстие по центру при помощи шила большого. Вот я его сделал из отвертки. И затем вставляется какой-нибудь 4 длины. Насаживается на нее и спокойно мы делаем круг. Работу надо проводить хорошо проветриваемом, вентилируемом помещении. Делаем круг. Ну вот здесь вот, как вы видите, ручки прорисованы, кружочек. Но это всего лишь для того, чтобы заготовочки нарезать. Квадраты и прямоугольники, чтобы потом в лес. Ну и центр отметить. Вот такой вот шаблончик. Потихонечку идет. Вот такой вот шаблончик просто делается. Вот. И с этим отверстие по центру. Ну все, вот готово. Убираю я его лишнее. Вот кружочек. Круг готов. Еще один. Буду периодически встречаться, кому что не ясно, задавайте вопросы. С вами был Михаил Сманцарев. Спасибо за внимание. До свидания.